Ну, турель. Ну, нет, не обязательно мощно. Если ему более-менее юнит сбалансировать, то нормально. Правильно. У него фишки свои нет никакой. Дум там, к примеру. Например, может ресурректить. Если, ну, там поле боя осталось, да. Сказал бы возрождать чувак. Тоже подходит, Кали. Раз новое и давно я их не сейчас у тебя нормальный, не ври. Смотри. Серый, она должна быть, она полусухая, когда я его даст. Скорее, лучше седан просто. Поделись постом. Нет, я его выгнал, короче, и он на лоу хп от какого-то случайного выстрела кончился. Не знаю, какого случайного выстрела, но слишком много. Ну блин, ну у тебя 10 здоровья, представь, ты идешь, и тебя зомби-мен убивает. Обычный зомбяк у Дума. А пути что, невидимые? Они призраки? Кто? Пути. Маленькие. Да, маленькие призраки. А что? Я не знал. Они по ним не попадают, по-моему. Ну, типа, да, они же не могут призраки. Делают эти красные пауки, они просто в мою сторону стреляют, и очень хорошо. Что-то меня много карт занято, я могу справиться. Я сейчас ничего не делаю, я ман. У меня 300 на 200. Блин, это то ли открылся, то ли нет, вот этот еще баг.
Где он меня должен немного засейвить, если что. Два юнита спектрата. Блин! Там, короче, два лидера, три лидера. Он телепортируется еще. Я им ничего сделать. Я смогу только после того, как найду, что мне надо. Только после того, как придумаю, еще можно сделать. Да? Цербера. Но мне их открыть надо. Открываются они еще больше. Нет, собачка! Я мимо прохожу. Вообще не приспят, лучше не вылезал. Thank you.
просто перестреляй их. Эй, проблем нечем. Ладно, даем мне этот.